Евгений Маргулис. На юбилей машины никто не звал. Он дважды входил в одну реку, но сейчас такое впечатление, с удовольствием сидит на берегу и смотрит со стороны всю эту суету-сует. Вот уже несколько лет легендарный гитарист группы «Машина времени» ведет программу «Квартирник НТВ» у Маргулиса. Он приглашает в гости, а вот его, как выяснилось, не пригласили. Машине времени исполнилось 50 лет. В общей сложности он провел там 25 лет, то есть ровно половину от итогового полтинника. В 1979-м уходил из машины, потому что пересетился группой, не видел перспектив. В 2012-м стало неинтересно, захотелось больше времени уделять самому себе. На юбилейном концерте играть не будет, просто идти в гости неохота. Поиграть было бы интересно, но не